Самобытная культура, колорит местной природы и традиционное белорусское гостеприимство. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» вновь собирает друзей. За время проведения он стал брендом нашей страны, не похожим на другие масштабные проекты. Форум – центральное событие в жизни полешуков, сохранивших уникальные черты белорусской культуры. В этом году «Зов Полесья» пройдет в 7-й раз, как и всегда в живописном и уютном агрогородке Лясковичи Петриковского района. Гостей ждут 20 августа. Программа обещает быть очень насыщенной и разнообразной. Наши корреспонденты выяснили, как идет подготовка к празднику. Активная подготовка к 7-му фестивалю «Зов Полесья» началась около 2 месяцев назад. Вовлечены в этот процесс практически все организации Гомельской области, от торговли до Главного управления образования. Его специалисты организуют детские праздники с аниматорами. Программа в целом будет насыщенная, с рыцарским турниром и подворьями. Правда, в этом году их тематику изменили. Будут очень интересные презентации подворья регионов Припятского Полесья, но в новом амплуа, потому что у нас новая тема – это тема полесского кирмаша. То есть каждая подворье будет иметь, скажем так, монопродукт. Подворок бульбаша, подворье гончара, цирюльня планируется, такая национальная, местная. Вот это интересно. Кроме того, в рамках Года исторической памяти на фестивале «Зов Полесья» организуют партизанскую площадку с элементами этнокультурных традиций. Что касается инфраструктуры, она была создана 2 года назад для проведения предыдущего фестиваля. Сейчас Национальный парк Припятский проводит здесь небольшие ремонтные работы. Гостям и участникам должно быть комфортно и интересно. Будут больше укомплектованы подворья, территории задействованы, детских игровых площадок больше будет задействовано в этом мероприятии. Появится новая зоофест территории, будет новое лазерное водное шоу на этом мероприятии. До Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» осталось менее 3 недель. На данный момент свое участие в нем подтвердили 8 районов Гомельской и 5 Брестской областей, плюс делегации 5 регионов России. Я думаю, вот этим фестивалем мы еще раз продемонстрируем, как мы бережно храним наши традиции, как мы уважаем быт тех людей, которые живут на этой земле. Ну, это символ того, что мы и дальше должны на нашей земле растить хлеб, воспитывать детей и развивать нашу страну. Открытие фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» запланировано на 12 часов 20 августа. Завершится он фейерверком и фаер-шоу, которое можно будет увидеть после 22:00. Между этими событиями различные шоу, концерты, выбор полесской прихожуни и присвоение звания «Гоноровый поляшук». В этом году его получат по 1 представителю Гомельской и Брестской областей, а также Министерство культуры. Олег Сентеров, Анна Гордеева, Игорь Марищенко. Новости недели.